Итак, у нас сегодня вторая часть заключительной лекции по творчеству Рема Колхаса, а точнее она будет посвящена всего одной постройке, а именно Дому музыки в Порту. В прошлый раз мы проделали большую подготовительную работу к анализу этой постройки, и я думаю, что эта работа стоила того, чтобы ее осуществить. И, как вы помните, я на отдельных фактах демонстрировал целый блок пар противоположностей, которые найдут свое воплощение в революционной постройке Колхаса. И это будет иметь значение не только для искусства архитектуры, в противном случае оно бы нас мало интересовало, а для современной эстетической позиции в принципе. Как вы помните, за многовековую историю в архитектуре накопилось очень много противоположных моделей и подходов к зодчеству, и мы рассматривали целый блок таких непримиримых противоположностей, которые, в общем-то, как кажется, не могут быть сведены воедино целое, без утраты целостности опуса, целостности постройки. Судя по всему, что такие пары противоположностей на самом деле были типичны не только для искусства и архитектуры, в частности, но и для вообще мышления человека в принципе, причем с древнейших времен. Если мы обратимся к такому трактату классической Греции, как «Метафизика» Аристотеля, то в ней он приводит 10 пар противоположностей Пифагора, или пифагоровы пары противоположностей, как их иногда именуют. Они, в общем-то, основаны на том же самом. Предел – беспредельное, нечетное – четное, одно – многое, правое – левое, мужское – женское, покой – движение, прямое, кривое, свет, тьма, добро, зло и квадрат, и вытянутый прямоугольник. Некоторые из них нам сейчас такими уж контрастными парами противоположностей не кажутся. С другими по-прежнему, по крайней мере, на уровне доксы, да, по Платону, то есть на уровне бытового мнения, по-прежнему можем столкнуться. И действительно, с большой долей вероятности на протяжении десятков веков, не побоюсь этого слова, человеческая культура развивалась именно через осмысление всяческих явлений, через пары противоположности, через бинарные позиции. Если мы обратимся к такой работе, это, наверное, ключевая книга вообще, написанная в относительно недавнем прошлом, это Джакомо Риццолатти, это итальянский нейробиолог. Фигура, конечно, уникальная, потому что он осуществил революцию не меньшую, чем Эйнштейн. Он открыл зеркальные нейроны. И вот эта книга, благо дело, есть на русском языке, вам даже не нужно напрягать свое знание иностранных языков, потому что здесь его, если бы она была только, предположим, на английском, напрягать бы пришлось достаточно хорошо, ибо приходится напрягать его даже на русском языке. Книга абсолютно потрясающая, я всегда всем студентам рекомендую, она небольшая, но она сложная. Это одна из ключевых вообще работ вот рубежа 20-21 века. Причем не только для своей специфической области знания, но вообще для всех наук, и, естественно, для гуманитарного знания прежде всего, так как мы имеем дело с восприятием. А, в общем-то, именно об этом эта книга. Но меня сейчас в этой книге интересует не, собственно, кардинальная концепция Джакомо Риццолатти, его прорыв в изучении человека, а меня интересует вполне конкретная и частная вещь. Он приводит пример, что на самом раннем этапе становления
человеческой речи с определенной долей вероятности первичное вот это словообразование, оно было не семантичным в современном понимании этого слова. То есть сейчас любое наше высказывание относится к символическому порядку. Тогда же оно скорее относилось к коническому порядку, то есть к звукообразу. Объясню. Базовые гласные «а» и «о», как считает Рицалатти, по крайней мере, приводит такой пример, они относились не к семантике, которая за ним может быть закреплена просто по традиции, а по самому визуальному ряду, который образует наш речевой аппарат, его внешняя часть, да, в процессе произнесения. То есть «а», когда мы произносим, для этого нужно максимально широко открыть рот, и все слова, включающие этот слог, то есть самые архаичные, естественно, слова, относились к чему-то большому, а наоборот «о», для которого нужно максимально закрыть и сузить наши губы, да, наоборот относились к чему-то маленькому. То есть первичная бинарная позиция, она была заложена даже в самый-самый архаичный период, да, когда складывалась, вообще возникала речь как таковая. И, как вы видите, здесь достаточно интересное предположение о том, что речь возникает из миметизма, из соотнесения большого маленького, а звук уже вторичный. То есть звук – это то, что просто привлекает в данный момент внимание к самому знаку, обозначаемому нашим речевым аппаратом. Так что, если, так скажем, эта гипотеза верна, то, в общем, пара противоположностей существует уже не то, что несколько там десятков веков, а несоизмеримо дальше. На объединении пар противоположностей всегда играли религиозные тексты. И это было своего рода форма демонстрации божественности, то есть того, что выходит за обычные пределы. Так, в частности, если мы обратимся к классическому гностическому тексту «Гром совершенный ум», это коптская рукопись из Наг-Хаммади, в общем-то, из гностических текстов раннехристианской эпохи, это один из самых известных текстов. Так вот, там божество заявляет о себе примерно в таких выражениях. «Ибо я первое и последнее, я почитаемое и презираемое, я блудница и святая, я жена и дева, я мать и дочь». Игра постоянными противоположностями. То есть, получается, сакральность есть объединение противоположностей, их нуменозность, в общем-то, в этом и выражалась, то есть в том, что обычные предметы, вы можете сказать, что он маленький или большой, да, что он старый или он молодой, а когда речь соотносилась с чем-то божественным, эти пары противоположностей объединялись. Но, заметьте, здесь нет выхода за их дел. Указывается всего лишь альфа и омега, да, указывается начало и конец, но нет выхода за пределы пар противоположностей. Так что, в общем-то, даже в своей сакральной ипостаси речь, представленная уже в начале христианской эпохи, за пределы этих пар противоположностей не выходит. Даже само слово «сакральный», да, то есть что лежит в его основе? «Сакер», да, латинское «сакер», которое обозначает с одной стороны что-то священное, но с другой стороны что-то презренное, что-то проклятое. На этом сыграна, в частности, работа Агамбена, его название «Homo sacer». Да? С одной стороны человек священный, да, с другой стороны человек проклятый. Понятно, что сейчас чаще всего сакральное употребляется уже исключительно в значении священный, но нужно понимать, как само слово работало. То есть там эта пара противоположностей уже заложена. И с большой долей вероятности древнейшие слова как раз относились к вот этой линии между парой противоположностей лежащей, а не просто к
какой-то одной из ее точек. Ну вот Сакер очень хороший пример в этом смысле. На парах противоположностей в течение всей своей жизни играет Карл Густав Юнг и вообще, в принципе, вся аналитическая психология в целом. Но у него объединение пар противоположностей уже лежит в основе вполне так человеческой деятельности, а не деятельности исключительно божественной, как это было до этого. Хотя, безусловно, к гностическим текстам Юнг имеет определенное пристрастие. В частности, он является автором, так скажем, псевдогностического текста, который называется «Семь наставлений мертвым». Вот. Это не научная работа, это работа такая специфическая, которую, если бы он жил в веке так 18-м, назвали бы духовической, но в 20 веке, особенно в творчестве ученого, это уже не совсем корректно так называть. Но тем не менее, это скорее какое-то некое откровение, чем научный текст. Приведу вам пример оттуда, он тесно коррелирует с «Гром, совершенный ум», хотя и дает нечто новое. Я начну от ничто. Ничто, по сути, то же, что полнота. В бесконечности наполненность ровно, что пустота. Ничто пусто и полно. Вы можете сказать равным образом и иное, а ничто. К примеру, что оно бело или черно, или что его нет. Бесконечное и вечное не имеет свойств, ибо имеет все свойства. То есть, понимаете, здесь тоже кажется, что вот уже наметился только выход за пределы пары этих противоположностей, однако он утверждает, что плерома, или то, что он называет ничто, она же полнота, она же пустота, гностический просто термин плерома, она есть не просто отсутствие всяческих свойств, но она включает все свойства. Все пары противоположности просто в ней присутствуют. Но вы все наверняка отлично знаете, по крайней мере, базовые пары противоположностей, которые вводит Карл Густав Юнг. Мы сейчас ими пользуемся и, в общем-то, даже не всегда вспоминаем, кто их автором является. Да? Но это, в частности, интроверт и экстраверт. Ну, такие понятия, как человек, направленный преимущественно вовне и наоборот. Также одной из базовых составляющих аналитической психологии является представление о рациональном и иррациональном начале. То есть две противоположности, которые не могут быть объединены, хотя и ключевая работа Юнга «Таинство воссоединения» называется, тем не менее, в общем-то, это воссоединение возможно только как выравнивание этих оппозиций, а не исчезновение, растворение их. У Юнга как-то спросили, как ему удается в столь сложный период исторический оставаться спокойным, уравновешенным, на что он как раз ответил: «Я живу в самой бездне ада, и опускаться дальше просто некуда». Это как раз показывает то, что внешний покой, да, и наоборот предельное его отсутствие, в общем-то, им осмысляется как одно и то же. То есть это, эту фразу следует прояснить еще одной фразой. В общем-то, я цитирую все по памяти, поэтому не утверждаю, что они звучат именно таким образом в русском переводе. Тем более, что переводы некоторых работ есть несколько, но переводов. Так вот, другая фраза, которая еще больше ближе подходит к нашей теме, он говорил, что зрелость человека определяется тем, сколько он может выдержать неопределенности. Под неопределенностью понимается как раз нахождение между этими парами противоположностей, без однозначного предпочтения какой-то одной из них. Вот это без надо, да, чтобы было понятно просто, о чем речь идет в первой цитате. Выстроенная между парами противоположностей связка или мост, переход назывался Юнгом трансцендентная функция или трансцендентальная функция, как иногда переводят.
Мне больше нравится перевод, все-таки трансцендентная функция. Если хотите с этим глубоко ознакомиться, я даже вам рекомендовал не столько саму работу Юнга, ибо она есть в двух редакциях, а работу вот, Миллера, трансцендентная функция, где он сравнивает эти статьи, и, в общем-то, вы заполучите и самыми оба варианта текста Юнга, и еще достаточно корректный и интересный, на мой взгляд, их сравнительный анализ. Ну, в общем, после Юнга аналитическая психология на этой двойственности стояла и стоит, она возводится в некий абсолют, и целый блок работ даже в своем названии имеет эти пары противоположностей. Понятно, что это свойство не только аналитической психологии, просто сейчас речь идет именно о ней. Но вот классические работы «Психея и материя» Марии Луизы фон Франц, ученицы Юнга, и в данном случае Эдвард Эдингер, «Эго и архетип». Это вот две ключевые работы, в принципе, по юнгиане постюнгианского периода, то есть после Юнга, которые были созданы уже его последователями. В архитектуре тоже как бы эти пары противоположностей проявляются в целом блоке примеров, так же, как и на прошлой лекции, приведу лишь несколько из них, причем не претендую на то, что они какие-то наиболее значимые, наиболее яркие в истории. Нужно понимать то, что мы и в прошлый раз делали и делаем сейчас, не является неким ликбезом по истории архитектуры. Это отдельные примеры, которые скажутся на совершенно конкретной постройке, которую мы будем сегодня анализировать. Так вот. Древние постройки, постройки на самом деле не столь древние, как вы видите, а в принципе до 19 века включительно, представляли собой прежде всего массу. То есть несущими были стены, и здание представляло собой не столько объем, сколько массу, в то время как, начиная с интернационального стиля, основателем которого можно считать Ле Корбюзье, соответственно, вы видите прямо противоположную позицию по отношению к постройке. Здесь это масса, да, внутри может быть полое пространство или его не быть. Здесь же это просто навешанные фасады, внутри просто перегородки, так как несущим является остов здания, а каркас, который к фасадам уже не имеет непосредственного отношения. Это знаменитая вилла Суа. В русском языке, как правило, вы будете встречать кривой перевод, то есть дословный вилла собой. То есть как пишем, так и читаем. Так как это французское строение, да, корректнее все-таки именовать, как оно будет на французском языке. Следующая пара противоположностей – это вот как раз вам пример интроверсии, экстраверсии в архитектуре. Дом Фарнсворт, Нисса ван дер Роэ, легендарная постройка, абсолютно открытая, абсолютно транспарантная, и постройка Тадао Андо, японского архитектора, наоборот, полностью интровертная, полностью закрытая, да, никак не реагирующая на внешнее окружение, но в данном случае и не взаимодействующая с контекстом, да, и закрытая в том смысле, что, в общем-то, окон на фасаде мы не наблюдали, да, она полностью отгорожена от окружающего пространства. Следующая пара противоположностей. На протяжении всей истории человечества большинство построек все-таки тяготели к рацио, к господству логической формы над формой природной. Однако встречаются и примеры, когда здание выстраивается в виде миметизма по отношению к природной форме, но обычно это имеет несколько такой комический характер, но уж какой есть.
классическая постройка. Это штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, там был коллектив авторов во главе с Ле Корбюзье. А это у нас постройка в Мексике современного автора. Симметрия и асимметрия. Другая пара противоположностей. С одной стороны, постройка может подчиняться безупречно рациональной симметричной форме. Вы помните, что начиная с Андреа Палладио, от этого все просто с ума сходили, что была вот идеальная симметрия. Даже такое направление было палладианство. И искусство 20 века демонстрирует, конечно, совершенно сюрреалистические формы. Это знаменитый танцующий дом Фрэнка Гэри, ныне живущего архитектора. С одной стороны, это можно провести параллель с юнгианским рацио, да, с другой, с, опять же, юнгианской иррациональной функцией. То есть такое сновидческое, сюрреалистическое пространство, где все формы искажаются. Мы видим танец двух домов. Другой пример пар противоположностей. Это отсутствие или наличие диалога с прошлым. Но в прошлый раз мы говорили об эстетике Роберта Вентури, по крайней мере, о его концепции утки и декорированного сарая. Так вот, вы видите как раз детский музей в Хьюстоне, вход центральный в него, Вентури. И здесь как раз диалог с прошлым очевиден. Чего здесь только нет, да? Это и гипостильные египетские залы, это и греческая архитектура, и, в общем-то, все в кучу, да? И представлено это все в таком виде, как обычно оформляется Лас-Вегас, да? Здание в Лас-Вегасе, имитирующее тоже все, что угодно. И с другой стороны, это западные ворота Белграда, это классический пример брутализма. Здесь диалог нулевой. В чем получается здесь базовая эта оппозиция? А базовая оппозиция в двух совершенно разных концепциях. В архетипической модели, то есть то, что есть некие принципы, которые лежат вообще в основе нашей психики или даже в основе мира, которые неизменны на протяжении истории. И наоборот, парадигмальной модели о том, что каждая культурная эпоха привносит совершенно новые типы восприятия и новые типы мышления, и, соответственно, диалог с прошлым непосредственный вообще невозможен. Получается, это не просто оформление фасада такое или другое, а это, в общем-то, фундаментальная пара противоположностей. Идем дальше. А вот, собственно, еще раз остановимся на декорированном сарае и утка. Но здесь сарай даже не очень декорированный. Я, естественно, шучу, это один из шедевров архитектуры 20 века. Но, в общем-то, по данной постройке, это монастырь Ла Турет, Ле Корбюзье, мы никак не сможем понять, что это. Монастырь, это магазин, склад, фабрика. То есть фасад никак не отсылает к тому, что будет размещаться внутри. Эта постройка осуществлялась одновременно Ле Корбюзье и выдающимся архитектором и композитором 20 века Янисом Ксенописом. С другой стороны, мы с вами видим дом овцу. Он находится в Новой Зеландии. И мы видим овцу. Если зайдем внутрь, то мы попадем в магазин, где продают шерсть. В общем-то, сразу понятна связь между внутренним и внешним. Это как раз и есть такой наиболее радикальный пример здания утки. Когда внешняя форма отсылает к тому, что внутри находит. Так скажем, форма является интуитивной. Как бывает интуитивным интерфейс, в смысле, а не в смысле интуиции по Карлу Густаву Юнгу. Еще один пример. Картезианское пространство здания – это термин Питера Айзенмана, учителя Рема Колхаса, поэтому я к нему вот отношусь просто как есть.
То есть понятно, что в русском языке так, в общем-то, не всегда говорят о здании с картезианским пространством, но подразумевается, естественно, что картезианская сетка становится основой в постройке какого-то произведения архитектуры. Классический пример – здание Баухаус. Не просто здание, построенное в этом модели, да, в модели идеально реализующей картезианское пространство, но и это здание, где учили так строить, ибо это высшее учебное заведение, где учились на архитекторов. И здание Питера Айзенмана, как раз разрушающее картезианское пространство, здание очень радикальное, такие здания не в каждом месте удается поставить. В данном случае это Япония, Токио. И еще один покажу вам пример, прежде чем приступим к анализу, к, собственно, лхасовской постройке. В данном случае это уже не пара противоположностей, а это качество будет либо наличествовать, либо отсутствовать. Я покажу, когда оно наличествует. То есть противоположностью будет отсутствие этого. Дело в том, что вы в творчестве Альдо Росси, крупнейшего архитектора и дизайнера второй половины 20 века, теоретика архитектуры, одной из ключевых фигур для постмодернизма вообще, это изъятие объекта из контекста и игра с его масштабом. Но вы видите, собственно, чайник дизайна Альдо Росси и размещение этого же чайника как огромной постройки, как будто бы оно было зданием. А на другом рисунке Росси мы видим здание, причем узнаваемые постройки самого Росси в окружении этих чайников, которые находятся на столе Петина. У Росси такое на самом деле в творчестве, в реальном можно встретить, а не только на рисунках, хотя рисунки мне показались более интересные, более яркие, по крайней мере более сюрреалистичные в этом смысле, так как размываются действительно грани между масштабами. И еще один пример из Росси – это неоднократное цитирование какого-то одного объекта или его части. Для творчества Альдо Росси это была единственная уцелевшая колонна. Дело в том, что когда он приехал первый раз в этот город, его впечатлило то, что в нищенском, в общем-то, доме, в котором сейчас жили, так скажем, крайне небогатые люди, осталась одна колонна, и кто-то указал ему на нее, что вот здесь был дворец. Вот. И, в общем-то, это единственное, что осталось от этой старинной постройки. Она действительно выпирает из здания. И эта колонна, опять же, по-разному масштабированная, проходит красной нитью через все творчество Альдо Росси. Это ведь один пример, другой. Здесь она уменьшена и значительно увеличена в толщину. Здесь мы видим колонну в здании в Берлине, где эта колонна просто нереальных каких-то размеров, да, по отношению к тому, какой бы было достаточно, чтобы поддерживать эту постройку. Вот игра с каким-то объектом или его частью, это тоже является одной из таких визитных карточек Росси, которая в том числе скажется и на постройке Рема Колхаса. И, в общем-то, мы подошли к самому главному, к Дому музыки в Порту, который совершенно уникальным образом сможет все это объединить. Ну, первое впечатление от постройки, что, в общем-то, от природных форм она далека, как что бы то ни было, но что это именно демонстрация все того же утверждения человеческого интеллекта над какими-то природными проявлениями, что для искусства того же там конструктивизма было логично. Колхас очень любит конструктивизм и неоднократно обращался к его осмыслению, но на самом деле
Я вам сейчас приведу один пример, который поставит под сомнение первое впечатление от этой постройки. Ну, вы видите кристалл пирита и кристалл граната альмандина. И там мы видим естественные многогранники, очень похожие на тот, который воплощает колхоз. С одной стороны, получается, это здание, которое отсылает к традиции логической, которая уходит от связи с природным, да, началом. С другой стороны, в общем-то, она близка к этому самому природному началу, как что бы то ни было еще. То есть она его фактически копирует. Необработанные кристаллы, совершенство естественной формы. И помните, я говорил о диалоге между объемом и массой. В данном случае, если цитируется камень, да, то, естественно, речь идет о массе. Но насколько это так, мы увидим чуть позже. Теперь, если мы выяснили, что это на самом деле совсем не конструктивизм, да, это обращение к игре с природными формами, то получается цитирование конструктивизма здесь кажется абсолютно невозможным. Однако и это не так. Можно упрекнуть меня в паранойи по поводу Мельникова, да, что мне кажется везде, что его все цитируют. Но я сейчас на самом деле докажу свою точку зрения. Вы видите, с одной стороны, произведение Колхоза, да, «Дом музыки в Порту», с другой стороны, нашу московскую классику, клуб имени Русакова, это метро «Сокольники». Кажется, может быть, а может быть и нет. Чтоб сомнения пропали, покажу постройку, которую сейчас строит ОМА под руководством Колхоза или ОМА. Вот это культурный центр Тайпей в Тайване, который сейчас реализует архитектурное бюро Рема Колхоза. А вот это у нас клуб имени Русакова. То есть такое размещение концертного зала, когда публика выносится за пределы именно в виде амфитеатра, простите, это цитата. Причем это точная цитата. Уже набрали весьма приличный багаж противоположности. Но кажется, если есть конструктивизм, значит, вроде как нелинейной архитектуре типа Айзенмана здесь вообще не место. Но и ей находится место. Обратите внимание, это айзенмановский культурный город, город культуры в Галисии, который он сейчас строит. А это как раз дом музыки в Порту. Вот эти гнутые формы, отсылающие, конечно, к естественным образованиям, там, к дюнам или к песку на берегу реки, или, как это писал сам Айзенман, к раковине двустворчатого моллюска, они, конечно, есть и здесь. Только если у Айзенмана это исключительно эстетический эффект, и концептуальный, безусловно, но прежде всего, конечно, эстетический, здесь эти изогнутые формы предполагается использовать функционально. То есть там площадка для любителей скейтбординга. Прямо возле здания Дома музыки. Даже вон так огорожено, чтобы они не слетели на проезжую часть. Здесь эти изогнутые формы уже функционально используются, что является одной из визиток Колхоза. Если это работает, значит, это попадет в арсенал Колхоза. Если оно просто так, то крайне маловероятно. Пойдем дальше. С некоторых ракурсов эта постройка выглядит очень интровертно, замкнутой на самое себя, абсолютно отгороженной от контекста, как там, допустим, то здание, которое я вам показывал из Тадаландо, да?
абсолютно замкнутая, закрытая. Но с других ракурсов, ну вот еще один ракурс такой интровертный. Здесь, конечно, видно остекление, но его мало, откровенно. С других ракурсов эта постройка выглядит чуть ли не прозрачно. Вы понимаете, речь идет о концертном зале, да, о филармоническом здании, и они очень редко бывают более открытые, чем данное строение с определенных сторон. Даже нельзя сказать, она интровертна или она экстравертна. Это зависит от нашей точки зрения на нее. А концертный зал, например, имеет огромную площадь остекления. Это вообще редчайший пример. Обратите внимание, вот эта публика, эта сцена, дальше хоры стоят, на которых хор размещается, и сплошное гофрированное окно огромного размера. Более того, концертный зал сквозное остекление имеет. Здесь огромное стекло и с противоположной стороны. Привожу вам разрез здания, это план четвертого его уровня, где отлично виден концертный зал. А вот теперь речь следует повести как раз о массе и объеме. Начиная с Гропиуса, там, с Мисса Ван дер Роэ, с Ле Корбюзье, конечно, отдается предпочтение постройкам типа сараи, да, которые выполняют свою функцию безупречно, но отказываются от богато декорированных фасадов. И, в общем-то, для функционализма это было типично. Как ни пытались архитекторы, когда они хотели каким-то образом украсить филармонию и не попадаться в модель, которая называется «обувная коробка», в общем-то, обойти эту проблему им почти никогда не удавалось, потому что акустика хорошая только в коробке. Понимаете? Либо придется делать искусственную акустику, либо делать нужно коробку. Другого не дано. Но и здесь Колхаусу удается найти свое, причем как в одной, так и в другой проблеме. Первая проблема – масса или объем. Колхаус берет за основу массу, вопреки современным тенденциям ставки на объем. То есть массу как раз в виде этого самого неограненного кристалла. И вырезает в этой массе коробки в виде свободных объемов. И эти коробки – это и есть залы, которые находятся в этом здании. Там два концертных зала, плюс достаточно большое помещение под ресторан, где тоже могут проходить концерты с достаточно большим количеством слушателей. Все видите, интереснейшее решение, решение абсолютно уникальное, потому что и акустически это безупречно звучит все, и с другой стороны, вот это противопоставление массы и объема здесь, в общем-то, снимается. Так же, как снимается противопоставление коробки или какой-то иной формы по отношению к концертному помещению. То есть, если звучит лучше всего в виде коробки, зал, значит, нужно давать коробку. Это очевидно для Колхауса. Потому что функционирование прежде всего. Но коробку строить, в общем-то, для этого Колхаус не нужен. Для этого нужны инженеры просто, чтобы ее рассчитать и поставить. И он предлагает настолько оригинальное решение, что, получается, мы даже не можем к нему подойти с какой-то стороны, например, с дихотомией утка это или декорированный сарай. Получается, кажется, что, ну, наверное, декорированный сарай, потому что... как бы мы ни обходили со всех сторон, понять, что там размещен абсолютно обычный коробкообразный концертный зал, мы не сможем по внешним фасадам, да? Но если мы вспомним о том, что он отсылает к кристаллу, а кристалл – это метафора сокровища, то, в общем-то, он может быть прочтен и как здание типа утка.
ибо культурный центр Дом музыки строится в виде сокровища. С намеком на то, что как бы именно это самым ценным в человеческой культуре и является. На самом деле, такой обход оппозиции классической вентулевской «утка или сарай» уже встречался. В частности, в творчестве учителя Рема Колхаса у Питера Айзенмана, но это было не здание. Это была постройка, это мемориал в Берлине, вот, известная постройка очень, которой я посвятил целую большую лекцию в прошлом полугодии. Она есть в интернет-сети, если кому интересно, ибо сейчас я на этом не смогу останавливаться. Эта постройка тоже может быть прочитана и как абсолютно лишенная каких-то параллелей, ассоциаций, да, просто рациональный концепт. С другой стороны, она позволяет столь большое количество ассоциаций к себе прикрепить, что, в общем-то, решить, что это логическая конструкция или то, что называет сам Айзенман, иконическая концепция, да, символическая она или иконическая, остается, в общем-то, этот выбор невозможен. Определиться, что это, в итоге оказывается просто нереально. При том, что мы видим, что, в общем-то, перед нами просто геометрические фигуры. Пойдем дальше. Есть ли отсылки к историзму? Внутри, как ни странно, есть. Но, более того, не просто отсылки, а фактически цитирование. Вы видите, богато украшенные интерьеры изразцами азулежу, это классические португальские изразцы. Все, что будет внутри, я условно приписываю Рему Колхасу, хотя дизайном занимались датчане, но так как он глава всего проекта, да, то я крайне сомневаюсь, что там можно было бы реализовать что-то, по крайней мере, не посоветовавшись с Колхасом, особенность учесть то, что он еще и дизайнер. А. Просто анализируем постройку, да, как таковую. Ну вот вам, пожалуйста, пример. Вот фактически историзация, да, помещения. С другой стороны, рядом чуть-чуть пройти, и мы попадаем абсолютно в антиисторический, такой интернациональный интерьер. Такой интерьер, в котором можно было бы снимать даже какой-то ультра-экстравагантный кинолент. Да? Таким декорациям даже Дэвид Линч бы позавидовал. С одной стороны, мы встречаем абсолютно психоделическое пространство лестниц. Заметьте, только лестниц. Почему? Потому что лиминальное пространство, пограничное пространство. Естественно, когда мы видим столь сложно организованную лестницу, это привлекает внимание, и мы будем идти более осторожно. То есть в этом есть определенный функциональный смысл. С другой же стороны, смотрите, как выглядит концертный зал. Он настолько прост, он аскетичен. Почему? Потому что там не должно ничто отвлекать от прослушивания музыкальных сочинений. Там абсолютная простота. Никаких изысков архитектурных. Опять же, внутри чаще всего преобладает монохромное оформление интерьеров. Но на фоне вот того господствующего монохрома, конечно, яркие полихромные решения, они просто вопиющие яркими, кажется. Намного более яркими, чем если бы рядом все таким образом было оформлено. Что-то решено в минималистской эстетике, а что-то отсылает прям к такому офисному функционализму. Но самое важное, на мой взгляд, это то, что эта постройка, она дана, как это любит делать Колхас в динамике, и дана по максимуму. Дело в том, что когда речь идет о постройке, у которой есть 4 фасада, естественно, все они у Колхаса почти всегда абсолютно разные.
Это позволяет при обходе зданию как бы модулировать из одного вида в другой. Но так как перед нами сложный многогранник, то вот эти градации, они происходят буквально с каждым нашим шагом. Но в частности, если мы смотрим вот с этой стороны, нам может показаться, что эта постройка чуть ли не интернациональном стиле выдержана. Понимаете? Но стоит сделать шаг в любую сторону, постройка начинает меняться, ее внешний облик полностью преображается. Ну вот, допустим. Тут уже никаким образом нам не придет в голову, что это мог кто-то построить из представителей интернационального стиля в архитектуре. Поворачиваем еще. Еще. Остается впечатление, что речь идет о разных постройках. Кажется, сколько же у него этих граней. Каждый ракурс дает совершенно новое впечатление о постройке. В том, что с первого взгляда кажется, что постройка, ну, относительно простая, а не столь витиеватая, как любит строить Гэри, но она, возможно, в чем-то значительно более радикальная. И вот вид сверху, да, как это вписано в общее пространство города. Самое забавное, что фактически нет никакого ракурса, где она не воспринималась бы крайне эффектно. То есть продумано каждое положение этой постройки. То есть нету той точки, с которой это здание нужно наблюдать. А этот эффект, он изначально появился не в архитектуре, а в скульптуре. И, в общем-то, обычно скульптура, дающая динамику в процессе ее обхода, называется круглой скульптурой. Круглая скульптура — это не та, которая в виде круга, да? А круглая скульптура — это та, которую можно кругом обойти, и каждый наш шаг возле нее будет менять наше представление, впечатление, да, которое мы получаем от этой постройки, от этой, скульптуры. Здесь, в данном случае, этот же принцип перенесен на архитектуру. Что еще? Какие пары противоположностей здесь можно еще найти? Первое впечатление, конечно, что контекст эта постройка игнорирует. То есть ни на что рядом она не похожа абсолютно. Ну вот так это выглядит сверху. Видите, там традиционную португальскую постройку, рядом площадь с колонной и такая вот современная постройка Колхаса, которая, в общем-то, мало похожа на окружающее пространство. Но, опять же, это лишь с одних ракурсов. А с других мы видим точно вписанность в контекст. Вот как раз сзади здание, выдержанное в этом самом функционалистском или интернациональном стиле, точно сопрягается с вот этим фасадом, с которого мы начали рассмотрение этой постройки. И они друг с другом идеально гармонируют. Так же, как гармонирует подсветка лестниц ночью в дом музыки, а сзади вы как раз видите то здание, которое сейчас только вам показывал. На крыше дома музыки в Порту находится причудливой формы балкон, это именно вырез такой, с которого можно увидеть большую часть города. Очень эффектно оформлено.
таком тоже нейтральном стиле. Опять же, видите, черный и белый сопрягаются, как будто нарочито указывая нам на вот эти пары бинарные оппозиции, да, пары противоположностей, светлые и темные, это еще у Пифагора, да, были они. И Колхасу удается объединить это все и выплеснуть вовне, чтобы это именно работало, чтобы это не просто наличествовало, чтобы оно функционировало. Если эта постройка с каждого ракурса дает совершенно разное впечатление о себе, то наоборот, сверху с этого здания можно охватить фактически весь город или большую его часть своим взглядом. Таким образом, эта постройка стягивает город к себе, в то время как для города она остается как бы закрытой. Да, если мы с внешней стороны наблюдаем, она все время в состоянии метаморфизма находится. Ну вот, как выглядит Порту с этого балкона. Вид как раз на площадь открывается. Вот как это выглядит с приличной высоты, чтобы соотнесли размеры. Этот дом не пытается подстроиться или стать в оппозицию к окружающей застройке. Он пытается заставить эту часть города работать по-новому, функционировать совершенно на иных основаниях. И стягивая эту часть города взглядом, то есть если, получается, колонна была центральная на площади, отовсюду видна и, в общем-то, выглядела примерно одинаково, то здесь, наоборот, постройка Колхаса выглядит со всех сторон абсолютно по-разному, но дает взгляд, объединяющий взгляд на эту город, на эту площадь, а, в общем-то, забраться на эту колонну не представляло возможно. Да, оттуда посмотреть город было нельзя. Функционирование прежде всего. Ну, к слову сказать, в общем-то, цитировать Колхасу там было особо нечего, при всем уважении к португальцам и к жителям города Порту. Там вокруг все такое достаточно неподходящее для цитирования в концертном зале. И здание, получается, становится своего рода концертным залом нового типа, филармонии нового типа, потому что, с одной стороны, для какой-нибудь молодежи, это дерзкая постройка, постройка, которая предполагает возможность рядом покататься на скейтбординге, постройка радикальная, эффектная, хорошо запоминающаяся и кажется абсолютно современная. С другой стороны, это целый лабиринт сложнейших образов для интеллектуалов, для критиков, и в этом смысле Колхас предоставляет огромные возможности просто для того, что Питер Азиман называл чтением архитектуры. Ну, то есть читать это можно очень долго. Здесь столько находок, я просто набрасываю какие-то штрихи. Но для обычной публики это является как раз примером открытой филармонии, где не только видно, а говорят даже и слышно, как днем репетирует симфонический оркестр внутри, но и проводятся концерты. То есть это стало действительно культурным центром города как такового. То есть для Колхаса всегда важно не только те новации, которые он вносит в архитектуру, но и функционирование постройки. Она приспособлена для самого современного функционирования, как видите, проходит концерт под открытым небом. И так как вот этот склон, который разработан якобы для того, чтобы там можно было кататься на скейтбординге, он превращается в амфитеатр, с которого публика может прийти и послушать концерт под открытым небом. Это пример открытой публики филармонии и в то же самое время отсылающих к элитарности. Да? С одной стороны, мы видим жесткие стены, но самые концертные залы, размещенные в этой массе, которые как раз представляют собой чистые объемы, они открыты, они прозрачны.
Это как раз то сокровище человеческой культуры, которое наконец-то стало открыто любому. От тех, кто пришел просто рядом покататься, до тех, кто пришел послушать опыт и концерт рок-музыки, или для тех, кто созрел, чтобы сходить на концерт музыки там, симфонического оркестра или даже симфонического оркестра с хором. Вот такая уникальная постройка, при этом с любой стороны она запоминается. Если вы ее видели даже с одной только стороны, вы все равно сможете понять, что это оно же, хотя она полностью будет иная. Вот это совершенно уникальное свойство колхасовской постройки, то есть сохранение самой себя при постоянной мутации, при каждом ракурсе. Ну вот вы видите как раз, как катаются на скейтах рядом с концертным залом. То есть это привлекает молодежь к концертному залу. И, возможно, при открытых вот этих остекленных концертных залах кого-то заинтересует, что там происходит, да, и он сможет туда попасть, сможет сходить и стать, так скажем, носителем культуры, или то, что в психологии называется вступить в процесс контейнирования. Ну, потому что чем больше тех, кто несет культурный код в себе, тем, в общем-то, этот культурный код богаче. Так что на этом мы с вами заканчиваем анализ эстетической позиции Рема Колхаса. Как видите, ему удалось выйти из бинарных оппозиций, с пар противоположностей и не впасть в эклектику. Он не пользуется просто ими, как парами противоположностей. Они для него в этом смысле абсолютно бесполезны. Он подходит с точки зрения, может опыт прошлого работать как современный феномен или не может. Если опыт прошлого можно применить к современной жизни, чтобы она функционировала по-новому, соответствовала всем новейшим стандартам, то он его использует. И получается, здесь появляется одна единственная позиция, которая даже и не оппозиция. Работает это или не работает? Если это работает, это искусство. Если оно не работает, то, в общем-то, сломанный даже самый лучший проигрыватель, как вы понимаете, он уже проигрывателем не является. А вот этот подход является наиболее революционным, наиболее радикальным в творчестве Колхаса. И, как мне кажется, если применить подобную позицию к вашему творчеству, к вашей деятельности, то вы сможете из этого извлечь весьма-весьма немало пользы. Но у меня на сегодня все. Если есть какие-то вопросы, то я постараюсь на них ответить. Нет? Ну хорошо, тогда до следующего раза.